качественный продукт – полезный продукт или, как минимум, не приносящий вреда здоровью. За соответствием санитарно-гигиеническим стандартам в республике следит Управление Роспотребнадзора. Сегодня в ведомстве прошла пресс-конференция. Основные критерии оценки пищевого продукта – безопасность, потребительские свойства и энергетическая ценность. Если все три элемента соответствуют требованиям, то продукция может считаться качественной. В прошлом году, как и на протяжении последних 5 лет, в целом показатели качества и безопасности оставались стабильными. Доля несоответствующих проб нормативам невысокая. Показатели неудовлетворительных проб по Чувашской республике не превышали среднероссийские. Одно из часто встречающихся нарушений, когда состав, указанный на упаковке, не соответствует фактическому. В большинстве случаев фальсификация выявляется в молочной продукции и колбасных изделиях. Стоит отметить, что местные товаропроизводители себе такого не позволяют. А вот к привозной продукции есть нарекания. Из-за истечения сроков годности, несоответствия продукции требованиям нормативных документов, отсутствия сопроводительных документов, подтверждающих безопасность, в 2019 году из оборота изъято почти 11 тонн продовольственного сырья и пищевых продуктов. В Роспотребнадзоре отмечают, что потребителям стоит обращать внимание на срок годности и целостность упаковки товара. Следует помнить, что добросовестный производитель обязательно укажет о себе полную информацию на упаковке. Отсутствие таковой – повод задуматься и не торопиться с покупкой. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика.